Всем привет, друзья! Канал Мусалимб. В работе у нас сегодня Mazda 6. Делали на данном автомобиле мы жидкие подкрутки. Владелец данного автомобиля соизволил сказать пару слов о нашей работе. Ребят, всем привет! Меня зовут Николай. Я владелец автомобиля марки Mazda 6. И с чем я столкнулся? То есть шум колес. Я приехал к одним известным ребятам, которые всем этим занимаются, и то есть попросил у них сделать мне шумоизоляцию. В итоге эффекта должного я не получил. Как они мне сделали? То есть здесь это все убрали, наклеили вибруху, закидали герметиком, там силиконовый с ПВХ, ну то есть по факту, который работает только как на влагу. И, соответственно, сюда что-то наклеили, какую-то тоже такую вспененную штуку, которая в итоге, как я уже снял подкрылок сейчас и убедился, то, что она со временем превращается в кашу при взаимодействии с влагой и только будет разрушать и ваш автомобиль, и, собственно, сама себя, и опять же таки эффекта вы не добьетесь. Вот, соответственно, приехал вот в Мусалимб. Пообщался с ребятами. Первое, то, что меня впечатлило, все аргументировано по полкам, мне объяснили, как это работает, как это делается, и дальше уже оставили выбор за мной. Вот. Но выбор у меня небольшой, поэтому я согласился и сделал. Соответственно, что сейчас я получил? Все это мне обезжирили, обработали, то есть там, где у меня были небольшие сверчки, мне это все зачистили грамотно. Предыдущие товарищи, в кавычках, этого всего не сделали. То есть они просто там обезжирили, помыли. И, соответственно, просто мне накидали эту вибруху. Вот. Здесь уже после этих всех операций мне прошлись. Вот он, специальный такой антикор, который наносится слоем порядка 4 мм. Это я уже узнал от ребят. Он создает мощную адгезию, и, соответственно, как мне сказали, это все будет теперь гораздо лучше работать. Плюс там не будет никакого скопления влаги, о ржавчине, еще о чем-то также мы можем забыть. Соответственно, у меня на автомобиле присутствуют также пластиковые подкрылки. Эти пластиковые подкрылки обклеили шумовиброизоляцией, которая не превращается в кашу, которая действительно работает и которая там действительно будет служить. Вот, это то, что я сейчас на данный момент получил. После чего я это все опробую. Ребята здесь говорят, то есть, что этот состав набирает свою полную прочность и выдает свой полный эффект где-то через 5-7 дней после того, как мне это сделали. Соответственно, по прошествию данного времени я ребятам передам свою запись с реальным честным отзывом на то, какой я эффект получил. Всем спасибо. Всего доброго, до свидания.